У меня очень хорошее мнение о перинатальной службе Оренбургской области. И более того, я хочу сказать, что из года в год Оренбургская область достигает, не побоюсь этого слова, огромных успехов. Давайте сами подумаем, что показатель за 4 месяца, который официально есть в Росстате, это 4,3 промилле смертей новорожденных детей. При этом надо напомнить, что есть указ президента нашей страны Владимира Владимировича Путина, который говорит, что к 2024 году показатель в стране должен быть 4,5 промилле. Поэтому мы можем, конечно, так сказать, еще опасаясь, но тем не менее говорить, что за 4 месяца текущего года Оренбургская область выполнила показатель, который был поставлен президентом. И, конечно, это невозможно, ну, само по себе это не делается. Это, за этим стоит очень большая работа очень многих людей. И губернатора, и всего Министерства здравоохранения Оренбургской области. И, конечно, обычных врачей, главных врачей, и санитарочек, и медсестер, которые спасают и выхаживают детей. Поэтому у меня очень хорошее впечатление о и врачах, и общении сегодня с руководством Оренбургской области. На сегодняшний день важна жизнь любого ребенка, с какой бы массой тела он ни родился, и это выполняется. И мы сегодня и обсуждали, и видели многих детей, которые родились с той массой тела, про которую вы говорите, были благополучно абсолютно пролечены. И надо сказать, что это, по сути говоря, высокие медицинские технологии выхаживания таких детей, потому что это занимает месяцы. Естественно, так сказать, следующий этап, который их ждет, это реабилитация. И мы можем сказать, что на сегодняшний день и в стране, и в Оренбургской области, в частности, большинство из этих детей выживает. И даже можно уже говорить, что большинство выживает без всяких последствий.